представить лекционную максимальную пресс-конференцию, в которой принимает участие главный тренер команд, хотел бы сказать Сергей Александрович Зубов, хотел бы сказать Дмитрий Вячеславович Порталев, по традиции слов и стараний нашей команды. Чудорский Дмитрий Вячеславович, скажите, пожалуйста, это ваша задумка была специально выпускать Андронова по Шипачеву постоянно, его звено? Алексей Шевченко, Дмитрий Вячеславович, то, что Радулов два раза удалился, это нарушение дисциплины или просто несчастный случай? Вот? Нарушение дисциплины? Ну да, подряд. Дисциплины, нормально. Нет, понятно, там, могу сказать, первое удаление. Второе было удаление, да. Первое, если судья посчитал, значит, так, плохо, конечно, что сыграли в меньшинстве. Коллеги, следующий вопрос. Если нет вопросов, спасибо за участие.